Будем металлизировать камни. Ребята хотят потом сделать деньги. Первый раз это сделаем, посмотрим, что получится. Может, камень тут, бани, не знаю. Может быть, пар будет лучше с таких камней. Всем привет, это Марат и Fusion Technology. Будем металлизировать камни в цвет хром. Видимо, ребята хотят потом сделать деньги и продать это под видом драгмета. Сейчас будем делать крепеж. Крепеж — важная вещь, потому что после лакировки мы лак не трогаем. Носим его в сушку, подвергаем там металлизации или промывке и так далее. Все это время мы лак не трогаем до конца, пока не покроем последним слоем и не высушим. Так, следующий этап. Какие-то камни мы будем выравнивать полностью, поэтому мы вот зашпатлевали. И сейчас будем грунтовать. Какие-то камни мы оставим этот рельеф. И уже будем металлизировать вот в таком виде. Здесь мы тоже подумаем, выравнивать его или оставлять этот рельеф. Но здесь мы точно, он будет у нас ровный. То есть вот эти кратера, вот такие вот глубокие кратера, мы их зашпатлевали и зарихтовали. Обескиливаем и лакируем.
Mm-hmm.